Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Ну что ты довольный? Отдай мне мои шмекли, пожалуйста. Забираем. И здесь тоже забираем. Ох, ничего себе, почти 4000 у нас с тобой. Ну, естественно, сейчас будет немножко поменьше, так как мы с тобой опять делаем инвестиции. Но тем не менее, 3500 шмекли есть. Так, ну что, команда, в принципе, у нас неплохая. Я думаю, ей мы и продолжим играть. Да. Все подлечены, поэтому пора отправляться в следующий мир. Что же тебе, хламон, надо? Где мне достать то, что ты просишь? Не знаю пока. Стоп, а я купил чипы для дальнейших поимок наших новых Морти. Опа, вот здесь давно не были. По-моему, даже вообще не были. Зима, новая локация. Ну-ка посмотрим. Предметы. Слушай, есть 3 чипа у меня. Ладно, тогда давай смотреть, кто здесь у нас. Нам нужно с тобой ловить новых Морти. Опа, я уже вижу какого-то редкого Морти. Иди сюда. От меня, как говорится, не убежишь. Кто? Трубочист. Ну что, делаем замену, естественно, на ножницы. Это будет Морти Электрокинетик. Я думаю, быстренько сейчас разберемся с ним. Ну что, хамство делает. Скорость мне понизил, ладно. А мы сделаем удар молнии. Трындец. Вот все в нем хорошо, кроме того, что он промахивается очень часто. Так, ну здесь нормально так звезданули. Плюс замедление. Пинок. Фига он мне прописал, ну. Ёп, просто я же поймать его хотел. Я хотел его поймать. Увлекся, ребят. Просто увлекся. Шмекли и консервная банка. Что же я так неаккуратно-то? Забыл, что нам нужно его было поймать. Редкий все-таки был. Так, ну с этим я не хочу драться, если честно. Давай мы посмотрим. Опа. Нужная штука у них сзади там находится. А пройти смогу? Смогу. Ну что, забираем. 350 шмеклей, микросхема и чистый плутонический камень. Слушай, смотри-ка, у них здесь Морти, которых я не видел. Нифига себе, со стволами. Ну, дрона я видел, банан видел. Вот этого не видел, и вот этого я не видел, Морти. С вилкой или с ложкой тоже, по-моему, не видал таких. Ну, ты сам должен понимать, да? Сейчас не видели, а потом не то что увидели, а еще и поймали таких Морти. Опа, шнобель. Иди сюда. Так, у нас, по-моему, один из шнобелей есть, но я не уверен, что обычный. По-моему, там даже у нас редкий. Rip him limb from limb, Morty. Так, ну, давай, наверное, мы сделаем толчок. Надо было поменять, конечно, немножко, да? На камень хотя бы. Можно сделать, в принципе, сейчас замену. Берем с тобой опасного Морти. Я боюсь, что он переборщит сейчас и уничтожит его. Потому что опасный Морти 36 уровня. Блин. Ох, еще и отравление повесил. Так, ну что, чем полегче таким ударить его? Давка, сколько у нас там? Точность, ага. Ну давай давкой. Блин, зачем я усиление повесил? Вот скажи мне, зачем? Мы его сейчас точно убьем. Так, дай-ка я попробую все-таки предметом поймать его. Ну? Морти с одним шнобелем. Добро пожаловать в команду. Так, а мы здесь можем? Блин, пройти никак не получается. Ладно, сделаем в обход. В обход. Тут у нас, смотри, кабель лежит. Кабель мы подняли. Здесь тоже у нас, по-моему, где-то банка. Вот. А, нет, это не банка, это... Тихонько, не батарейку вижу. Блин. А вон, ребята, есть следующий Морти, которого мы, кстати, с тобой тогда нечаянно и прибили. Ух ты, эпик. Хо-хо. Это Морти Гик. Так, ну-ка, поехали.
сделаем стирание. Фигня какая-то. Давка прыщей. Еще раз. Лучше... Блин, нифига он бомбит по мне. Лучше потихоньку его будем уничтожать. Так, по-моему, пора его ловить. Надеюсь, получится. Ну что, эпический мортигик у нас в копилочке. Так, мы с тобой потихоньку. Блин, надо вот все-таки его поймать. Мне нужен этот редкий чувачок. Опа. Опа, пули, еще один редкий, ты прикинь. Так, клетку бактерий я нашел. Иди, иди сюда. Ты от меня далеко не убежишь, парень. Нифига себе, темный Морти. Это же отсылка к Бэтмену, я так понимаю. Делаем замену. Возьмем, наверное, электрического нашего электрокинетика. Главное, не переба... 103 хп, слушай, 28 уровень, нифига себе. Давай-ка мы сделаем удар молнии. Понятно. Как всегда начинает промахиваться, как всегда начинает ныть. Ну давай еще раз удар молнии. Так, я думаю, наверное, мы еще разок, да? Сможем его бомбануть. После чего будем захватывать. Слепой замах. Ну что, чип контроля. Применить. Темный Морти у нас в копилочке. Так, ну что? Здесь что-нибудь есть хорошее валяется? В округе нет? В округе абсолютно... Ох ты! Слушай, а есть ли нам смысл его захватывать? По-моему, нету. Эпически не скрещиваются, да, насколько я помню. А знаешь, что я сделаю? Я его просто бомбану. Или все-таки поймать? Нет, я его просто бомбану. Давай уничтожим, потому что за него дадут какую-нибудь... крутую награду. Шмекли или еще что-нибудь. Заменим только для начала. Возьмем Морти Экзо Омега. Хандра. Угу. Так, ну мы сделаем с тобой внедрение. Ёк-макарёк, вот это внедрились мы. Трудоустойчивость. Ну-ка еще разок внедрение. Все, ему крышка. Мало, конечно, опыта дает, но посмотрим за... О, 405 шмекелей и плюс флип. Совсем другое дело. Так, насколько я могу понимать, у меня нету предметов, которые могут нас захилять. Хотя сыворотка есть. Но мне кажется, этого будет мало. Морти судья и пылающий Морти, по ходу дела, надо менять. Мы уже не справляемся, не вытаскиваем, да? Ну что... Офигеть, тут какие-то... Желудь какой-то. Ладно, давай посмотрим. Что он тут запоет? Ты будешь побежден, и это будет чудесно. У тебя нет шансов. Сколько раз я это слышал, а? Ох, нифига себе. Бездушный Морти. 27 уровня, да? Стирание. Отлично. Сразу убежал. Так, Морти из доста... Воу, это же тот самый Морти, который сейчас будет по 4 атаки делать. Я ведь не путаюсь. Это именно этот гаденыш, да? Так и есть. Так и есть. Нам нужно срочно от него избавляться. Да чтоб тебя. Смотри, что творит, а? Что он там делает еще? Защита у него еще выросла, прикинь. Давай попробуем. Ай-яй-яй, по-моему, нам крышка. Угу. Офигеть, 36 уровня, прикинь, забомбашил просто-напросто. Надо успеть. Атака. Раскат грома. Есть. Вырубили. Так, вернулся, да? Продолжить.
твою налево, он же камень взял. Значит, возьмем с тобой судью Морти. Гвоздь. Он сделал гвоздь, а мы с тобой сделаем стирание. Серьезно? Нет, 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 мы должны его добить. Нормуль. Так, это минус 2, да, получается? А это еще ж такое? Что это? Это апельсин Морти. И это бумага. Стирание. Ох, неплохо. Ну, понятно, нас вырубает здесь. Come on, Morty. Вот и come on, Morty. Сейчас мы его должны, в принципе, уничтожить. Окей. Следующий, кто там у нас? Это, по-моему, поглощает энергию, насколько я помню, да? И это экзотика, ё-моё. У меня есть бумага. Бумага-то у меня как раз и есть, но слабая. 26 уровень. Причем редкий. Так, он делает какой-то ад непонятный. А мы сделаем красный туман. Зашибись. Зашибись, красный туман сделал. 3 раза атакует. Сейчас вырубит меня просто-напросто. Вот и все. 1, 2. Офигеть. У меня остается шиш да не шиша. Да какая замена, ёбаный. Достал уже своими этими. Внедрение давай. Пипец. Смотри, что вытворяет, а. Зашибись. Моя атака проходит мимо. Что? А чё удивляюсь, я же взял ножницы, друзья. Молодец. Вырубает. Я не знаю, как тут с ним быть. Уверенная поза. Нафиг эту уверенную позу. Не, он вырубит меня. Ничего мне не получится здесь. Даже вот этот электрический разряд тоже не поможет мне. Хорошо, я надеюсь, Мисикс мне поможет. Восстановит мне хп. Да? Да. Ну что же, нас полностью залечили. Давай-ка продолжим. Думает, что я буду сдаваться здесь? Как бы не так. Так, бездушный Морти. Поехали. Так, атака. Стирание. Совсем другое дело. Так, он сразу меняет. Блин, вот этот вот бесявый, просто не могу. У нас только один. Это камень. Именно вот этот, Морти. Мягкий сыр. Зашибись. У него еще вот такой, оказывается, есть удар. Ну-ка. Зашибись. Началось. Смотри, смотри, смотри. Началось, короче. Еще и защиту себе повысил. Еще и точность, и... атаку. Здоровски. Так, апельсин Морти. Мы меняем тоже. На кого только поменять-то нам? Если он взял бумагу. Давай, наверное, на электрокинетика. Так, погнали. Замах. Окей, удар молнии. Да чтоб тебя, как он меня бесит, а? Со своими промахами, с этими. Я его нафиг менять буду. Достал, каждый раз промахивается. Постоянно он мажет, а? Давай раскат грома. Так, хотя бы минус 1. Следующий там кто? Этот обалдуй, да? А он кто? Он не камень, по-моему. А, нет, он камень. Слушай, я попробую все-таки его сейчас шваркнуть. Понятно. Нытье, блин, чертово. Все время промахивается. Постоянно, как я посмотрю. Первая атака на постой идет в промах.
Ну что, давай, блин, я не знаю, нам нужно его вырубить как-то. 2 хп осталось. Так, кровяное давление он там делает. Мы его, наверное, скорее всего, сейчас добьем. Окей. Кого он против нас выставляет? О, уровень 27 получили. Так, доставщик пиццы. Блин, он у нас ножницы. Что-то такое мне не нравится. Ножницы возьмем опасного Морти, который, блин, парализован еще к тому же. Как ты достался своим мягким сыром, а? Ну-ка. Да неужели, попали? Ну нам крышка. Быстро, быстро нас тут. Кого поставить? Нужно сильного. Давай, наверное, вот этого. Поехали. Надеюсь, получится внедрение. Так, еще внедрение. Ты смотри, что... Ёк-макарёк. Он восстановил себе здоровье. Давай, быстренько. Еще этот, совсем про него забыл. Замена. Так, бумага, бумага, бумага. Пылающий Морти или кто? Нет, судью Морти возьмем. Использует ад. Так, а мы с тобой сделаем стирание. Я офигею просто, а? Еще стирание. Здесь выживем. Ну. Пу-пу-пу-пум. Ну давай атака. Ну, естественно, он нас вырубает здесь. Естественно. Так, тогда остается пылающий Морти. Со своим красным туманом. Выживить бы только. Понятно. Его атака тоже, ребята, здесь не попадает. Зашибись. Замена, конечно же, замена. Камень, где у меня камень? Камень у меня только один. Придется брать. Эх, за Омегу. Мягкий сыр. Еще и парализовал. Ну. Так, окей, вырубили. Блин, как с этим-то быть, а? Атака. Внедрение. Да почему ты первый-то ходишь, блин, придурок, блин? Ребят, с какого перепуга он ходит первым? Я не понимаю. Красный туман. Опять он ходит первым. Все, вырубил. Нифига опыта мне дали. Зашибись. Это что еще за... Хлыщ. Это редкий. Блин, нам бы его подбить, ребята. Так, влупил, да? Зашибись, у нас остаются только лишь ножницы. Против... Блин, и это против... Камня, да? Парализация. Хоть бы сработало, хоть бы сработало. Какую-то ауру использует. Его атака выросла. А мы раскат грома. Только бы не убил. Так, скорость падает у него. Твою... Блин. Вот так вот. Не смог я, друзья, здесь победить, к сожалению. Офигеть. Да потому что балбесы у меня в отряде, которые промахиваются постоянно. Сейчас будем менять нафиг весь отряд свой. Ну, не весь, а половину точно. У меня всего один камень. А надо их, наверное... Несколько, я так понимаю. Так, где у меня питомник? Питомник Морти. Вот он. Давай посмотрим. Во-первых, нужно уровень там повысить. Синтез, подожди секунду. Синтез кого? А-а-а.
И кто получится? Угу. Мурти с двумя шнобелями. Так, слушай, а у меня есть... Оу. И получается... Фига себе. Кто такой? Мурти с тремя шнобелями. Это 44 уровня, нифига. Его надо брать. Друзья мои, его надо брать. Так, слушай, кого мы тут хотели... А больше синтеза нету, не? Больше синтеза у нас с тобой нету. Кстати, вот это яйцо нужно взять и прокачать. Так, лагерь. А я что, не начинал тогда лагерь, что ли? Ой, молодец. Так, ну что? Давай сделаем хранение и заберем. Так, убираю я из своей команды вот этого вот. Огненного. Слишком слабый. Плюс электрокинетика я хотел убрать. Хотя я тут судью тоже, как говорится, намыло. Берем, короче, Морти с тремя шнобелями. Плюс у нас есть темный Морти, тоже эпик. Добавим. И, наверное... Слушай, у нас слишком дофига ножниц. Слишком дофига. Убираем, короче, этого. Подожди-ка. Ну да. У нас... так, ну, может, камня взять побольше? А у нас камень только вот Морти из тюрьмы Федерации. Тогда возьмем его. Ну что, друзья мои, давайте-ка, наверное, сейчас возьмем с собой немножечко чипов. Прикупим. Я в этом плане. И пойдем в следующий мир. Кстати, создание. Подожди, может быть, что-то у нас может получиться здесь. Да встань ты, господи, да пряменько. Можешь встать. Сыворотка это не то. Хелзингер не то. А батарейка фигня. Материнская плата. Ну, материнскую плату можно, в принципе, сделать. Она очень много где идет, в каких элементах. Собачий ошейник. Шар темной энергии тоже сделаем. Может быть, кому-то понадобится. Хотел яйцо взять, увеличить уровень ему. Так и не взял. Че, НПС нету, да? Я смотрю, никому ничего не надо. Заданий никто даже не просит. Ладно, фиг с вами, не хотите, как хотите. Единственное, что надо нам прикупить, это чипы. В магазинчик забегаем. Берем предметы. Сколько у нас денег хватает? Раз, два, три, четыре. Четыре возьмем, плюс вот так вот. Раз. Восполняет все ОЗ. Два. И офигею. Как у нас быстро улетает шмекли. Ну что, пора нам проверить с тобой, на что способен этот... Морти с тремя шнобелями. Ух ты. Что это за локация? Опа, 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 смотри, смотри, смотри. Смотри, кого я нашел. Иди сюда. Куда ты? Не уйдешь от меня. Да-да-да, это Морти из культа Морти. Атака. Подъем за трусы. Так, ну что, будем ловить, наверное, его, да? Да, надо ловить, скорее всего. Ну. Yeah. Поймали. Ищем дальше. Так, видимо, здесь хотят с нами подраться. Ну, попробуем сейчас обойти.
все перегородили мне, да? Специально, чтобы надо... Ну да, все перегородили, чтобы мне надо было драться. Другого варианта здесь просто нету. И первые это будут вот эти вот. Ладно, заодно и проверим наших новых персонажей. Блэрканг, проблэрканг, брарага. Короче, понятно все. Выворачивай карман, он говорит, прикинь. Так, чревовещатель. А ну-ка. Поднять его за трусы. А он делает насмешку. Атака у меня пониженная. Так же, как и защита, и так же, как и скорость. Слушай, слишком крутой этот чувак. Как по мне. Сразу три негатива на меня вешает. Так, подожди, я не это хотел. Давай атакуем и подъем. Да чтоб тебя. Так, предмет. Применить. Блин, я забыл применить. Ага. Бесчинство. Подъем. Вырубили мы его, короче. Мартин Гуда этого. Это что такое у нас? Мы были сейчас с тобой кем играли? Камень, он 100% взял бумагу. Вот сейчас мы и проверим с тобой Морти с тремя шнобелями. Морти в радужной рубашке. Ага. Что у нас есть? Засос. Сила соточка, точность 95. Проверим. Неплохо. Но у нас уровень неплохой, 44-й, согласись. Отлично. Истощен. А это кто? Замена. Он взял камень. Берем с тобой темного Морти. Так, атака. Воспоминания, слепой замах, дробление. Дробление что у нас тут? Точность, сила. Да ну. Пипец, дробление только лишь, я так понимаю, стоящее. Ох. Кто он там? Единорогоман Морти. Рогоман Морти. Давай дальше бомбить. Через дробление. Все. И последний там остается у него Морти. Дух, что ли, какой-то? Призрачный Морти. Атака. Он редкий, кстати. Естественно, естественно. Как только доходит дело до моей атаки, она проходит мимо. Но опять промахнулся. Да, так мы далеко не уйдем. А что у нас такое пренебрежение? Давай-ка сделаем. Так, скорость у него падает. Проверим. Блин, да фиг ты его пробьешь. Короче, меняем, нам нужны ножницы. И это будет экзо-омега. Плазменный взрыв он делает. Хорошо, мы сделаем внедрение тогда. Вырубили с удара, с одной плюшки его ушатали. Так, а это еще что за такой за... Ужас, короче, какой-то. Ужасно головатый Морти. Нам нужна бумага. Темный Морти. Выходи. У него эпик, у нас тоже эпик. Ну-ка. Зашибись, посмотрел. Зашибись, посмотрел. Бумаги, блин, бумага у меня только одна была. Давай посмотрим, что за Морти. Из тюрьмы Федерации. Такой шрамы какие-то. Взгляд смерти. Что это такое? Сила. Ой, фигня. Гвоздь. Ну, давай гвоздь. Да. Гляделки что делает? Ослабление. Понятно. Кровяное давление. Вот это вот пригодится. Пинок нам дали с тобой. Для скорости, видимо. Ну-ка. Я офигею.
Давай, Морти, стремя Шнобелем. Я думаю, что, несмотря на то, что ножницы, за счет уровня, надеюсь, мы здесь вытянем. Засос сделаем. Вот. А, это еще скрита. Давай дальше. Окей. И последний, кто там у тебя? А, это и был последний. Окей. Так, сверху еще надает мне. Всего 140 шмеклей. Ну, мало, конечно. Ах ты, паразит, в следующий раз я тебя уложу, вот видишь. Паразит, говорит. Опа, смотри, как кто у нас тут бегает. Морти Луна. Давай-ка мы его поймаем. У меня такого, по-моему, нету. Лунный Морти. Так, с атаки. С одной, я думаю, мы его сейчас... Так, ох! Какого фига? Зашибись, взяли и уничтожили этого Морти. Причем он сам ударил второй раз, я не знаю, зачем это сделал. Здоровски просто. Замечательно, хотел поменять и не успел. А здесь не пройти, да? Здесь придется драться, судя по всему. Не особо велик выбор-то у меня. По воде ходить, к сожалению, я не могу. Ну что, раз ничего не остается, мне придется идти сюда и драться. Да, опять по-своему говорит, по-тарабарски, непонятно. Хипстер Морти. Ну, давай проверим. Делаем внедрение. Еще внедрение. И еще внедрение. Да чтоб тебя, я думал, добьем его все-таки. Нифига. Смотрим, кто у него там следующий. Ёк-макарёк. Рокер какой-то. Если мы ножницы, наверняка камень берет. Да, у меня только лишь Морти из тюрьмы Федерации. Взгляд смерти. Фигня какая-то, не взгляд смерти. Гвоздь. Фига, он весь в порезах. Ну и кого ты мне предложишь взять? Этого, что ли? Ну здесь мы проиграем. Засос. Офигеть. Так, кстати, у нас же есть предмет с тобой, да? Есть. Восстановим себе здоровье. Потрясающе. Так, ну что, добить-то мы его добьем же, наверное, я думаю, да? Окей, но это только второй. Так, индюшка. Камень. Пробуем, пробуем, пробуем. Блин, что-то делаю. Защиту. Удар ногой. Засос. Слушай, а что такое поглощение? Может быть, мы сможем с тобой... Восстанавливай здоровье? Нет. Так, а это кто? Что это за странный? Морти суперфанат Рика. Серьезно? Серьезно? Оу, смачно. Смачно я его, кстати, сейчас дубанул. Так, и последний Морти остается. Кто там, интересно? Ох. Молодой вампир Морти. Нифига себе. Засос. Слушай, а мы здесь с тобой победим, кстати, я тебе хочу сказать. Но мне что-то радости от этого мало, потому что портал мы в любом случае с тобой не пройдем. Буп-буп. Снипер-блу. Кабель лежит.
Нормально, 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 кричит Рик. Опачки. Какие люди. И без охраны. Кленовый сироп. Так, внедрение, конечно же. Упс. Я думал, что будет помягче. Помягче, сказал. Так, ловим. Ловим мы с тобой его. Так, он редкий, да? Он у нас есть вообще или нет? Вот я не помню. Если есть, то мы сможем его прокачать. Это будет круто. Мы нашли с собой батарею. Упс, тихо. Ага. Этот на изготовке уже ждет на меня напасть, да? А мы вот так вот по-хитренькому немножко сделаем. Тихо, туда нельзя выходить. Смотри-ка. Микросхема. А еще сзади мы сможем с тобой сейчас взять. А здесь не получится, интересно? Ну-ка. Обхитрить их. По-моему, должно получиться. Да, флип я заберу. Фига себе, Морти часы, что ли? Слушай, а ты видел, я сейчас здесь проходил? Вот тут Морти зеленый, сопливый какой-то. Что это за Морти? Огурчик? Огурчика у меня точно нету. Надо брать его. Попробуем. Так, сделаем легкую атаку поглощения. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо перебарщивать. Так, предмет. Чип контроля. Ловись, огурчик. Правда, обычный, но фиг с ним. Обычный огурчик тоже нам нужен. Кстати, кто-нибудь мультик смотрел? Видел, когда он там был огурчиком? Когда он там тараканов-то бомбил и становился мощным потом. Вначале тараканов, потом крыс там всех перебомбил. Так, слушай, подожди-ка, а что я хотел сделать-то? Я видел здесь предмет. Вон он. Я хочу его забрать. Опа! А вон, кстати, маринованный огурчик, прикинь. Он-то мне как раз и нужен. Так, дай-ка я на всякий случай куплю еще один. Где он? Чип контроля? Чип контроля. Так, чистый Хелзингер. Чистый Курум. Мега семя. Так, ладно. О, подожди-ка, а мне же это... У меня же все подбитые практически. И кем я буду бомбить? Драться, извини меня. Давай, наверное, так сделаем. Предметы. Большую сыворотку применяем на Шнобель. Так. Маленькую тоже применим на него же. И одну большую мы применим на Экза. Так. Ну что, пойдем ловить Морти огуречного. Ну куда ты, куда ты, куда ты? Ты быстрее, а? Маринованный Морти. Так, внедрение. Ну, допустим. Еще внедрение. Теперь пора ловить. Надеюсь, получится поймать его. Отлично. Уровень, правда, маленький, 26-й, но все-таки. Что-то мне подсказывает, что на арене меня сейчас тут просто дубасят и выкинут куда подальше. Да, скорее всего, так оно и будет. А что, если я, например... А у меня все равно нету. Значит, будем тратить с тобой вот эти вот
Плутонические камни. Плутонические камни сюда, естественно, применить, чтобы сделать откат наших способностей. И, наверное, на Морти Экзо Омега. Но с двумя своими Морти, я не знаю, как мы будем тут драться. Миссикс, мне кажется, мне здесь не поможет. После проигрыша. Твои Морти так круто выглядят. Дай посмотрю. Похоже, среди твоих нет таких, как у меня. Давай проверим. Ну, давай проверим. Ой-ой-ой, индюшка Морти. Сразу начинает с козырей, да? Сияние. Упс. А что менять-то? Мне не... не на кого. Внедрение тогда. Ух, как влупил. Безнадежно, действительно безнадежно. Жестко. Просто жестко. Поглощение. Потрясающе. Так, теперь засос. Одного-то я вырубил. Засос. Пинок. Электрический разряд. Что это такое вообще? А, да ладно. Вот так. Зашибись. Парализует сам себя. Зашибись. Сам себя еще парализовал. Не-не-не-не-не. Тут, конечно, нас разбомбят. Тут, ребят, вообще не вариант. Блин, так жалко, а. Миссикс помогать не будет мне? Нет. Он только один раз за игру поможет тебе, и все. Ладно, летим отсюда. Давай-давай, заставляй меня в центр исцеления. С возвращением, да? Уж с возвращением. Так, слушай, мы... У нас дубликаты есть или нет? Синтез могу сделать? Нет, не могу, нифига. Я сделаю здесь, к сожалению. А так хотелось, а? Что-то мне в моей команде вот не нравится. А, все, я понял, что я хотел здесь заменить. Короче, вот этого, ребята, который из тюряги, мне не понравился. Вот это вот. Поэтому я его удаляю и возьму лучше вот этого. А что это, интересно, за Морти Гик? Вот что за Морти Гик? Что он делает? Фиг ее знает. Ну ладно. Сегодня что-то вообще, ребят, тяжело дается мне на самом деле. Ни одного портала не... Или один прошел, но это фигня по сравнению с тем, сколько нам нужно с тобой еще значков. Так, ладно, пойдем еще разочек попробуем пройти. Хоть один значок еще добыть сегодня. Потому что как-то вот не получается. У меня до этого были Морти намного слабее, и то выигрывали, а здесь... Опа. Смотри. Подожди секунду. Прежде чем его хватать, у нас есть? Есть. Но я все-таки, наверное, еще один докуплю. Если хватит, конечно. Понятно. Докупить не получится. Значит, просто ловим. Иди сюда, я тебе сказал. Так, чашка Морти, эпик. Точнее, экзотика. Экзотика нам нужна. Заменяем на ножницы. Вот так. Тут главное не переборщить. У него 28 уровень. Можно так его нахлобучить, что погибнет. Все. Увлажнение какое-то сделал.
чип контроля применить. Давно экзотических не ловили. Давно. А вот, кстати, и портал прямо здесь, рядышком стоит, прикинь. Пойдем-ка мы, наверное, здесь разберемся с тобой. Рик, дорогуша, как судьба подшутила над нами, заставив наших Морти драться друг с другом. Ох, жизнь жестокая. Ну, хоть какой-то один из адекватов попался. Какой-то чувак оперный. Так, это у нас початочный Морти. Ух, как хорошо. Подъем за трусы делаем. Сразу меняет. На Морти в горном свитере. А мы тоже с тобой заменим на кого? На Морти с тремя шнобелями. Чмок делает нам безнадежно. А мы сейчас засосик. Хорошо. Что он там? Ага, защиту себе делает. Еще засосик. Ага. Так, и, надеюсь, последний, да? Нет. Вот теперь будет последним. Так, истощен. Вернул до этого. А у нас был с тобой вот этот вот опасный Морти, насколько я помню. Так что давай добивать его. Подъем. Так, защита у нас понизилась. Точность у нас упала. Зато атака подросла. Естественно, будем атаковать его. Угу. Кто там следующий? Что это? Слушай, замена. Замену будем делать. Он взял наверняка бумагу. Берем Морти этого, электрокинетика. Слушай, почти одинаковые. По уровням. Как хорошо. Он делает гляделки. Мы делаем раскат грома. Скорость падает. Компостер. Еще раз раскат грома делаем. Так, а он тоже ничего не смог сделать, потому что он его парализовало. Твою налево. Ну что, добиваем его? Есть. 32 уровень зарабатываем. Ох, ё-моё. Морти без кожи. Раскат грома. Так, у него скорость упала. Давай-ка мы, наверное, сейчас сделаем удар молнии. Короче, удар молнии не всегда проходит. Вот что я тебе хочу сказать. Упс. Вот это он кританул. Е. Так, истощен. Ну и последний, кто у тебя там? Покажи мне. Бледный какой-то чувак. Какой-то очень бледный. Он 100% взял камень. Ну, наверное, у него камень это остался. Нет, не угадал я. Значит, берем опасного Морти. Поехали. Ёпрсты. Подъем. Это что, издевательство, что ли, или что? Он меня ушатает сейчас. Зашибись. А ну-ка. Шнобель давай. Засос. Еще один засосик ему. Все. Вырубили. Шмекли, сыворотка. И наконец-то мы получаем с тобой значок. 105 шмекли еще сверху нам присыпали. Какая трагедия ждет красавчика Рика сегодня. О, горе мне. Нам не хватает 4 значка. Всего лишь. Так, подожди, у меня сколько Морти целых? 3. 3 Морти целых, поэтому можно, наверное, здесь побегать, побродить. Что скажешь? Ух ты. Ну, Шнобель, у нас есть смысл его ловить? Вообще не вижу, ребят.
Так, если мы вот здесь вот обойдем. Что там? Что тут у нас? Опа. Я вижу там, кстати, еще одного. Так, микросхему я поднять не могу, к сожалению. Видишь, кто тут бегает? Да их тут дофига, смотри. Ничего себе. 360, так, и флип. Интересно, что будет, если я еще одного поймаю? А у меня, наверное, нету этих. Да, чипов, к сожалению, нету. Слушай, а экзотика, по-моему, она не совмещается. Да, экзотика, она не совмещается. Поэтому смысл ловить просто отпадает в этом. Так же, как и Шнобеля, тоже ловить не будем. Ну и все, можно выходить отсюда, с этого портала. Здесь нам уже делать нечего, абсолютно. Залечим, так сказать, боевые раны с тобой, да? Так, а вот как бы мне тут тюбик поймать? Ага, здесь не пройти. Перекрыли. Ладно, полетели с тобой тогда отсюда. Из этого, так сказать, мира, из этого портала. Лаборатория, она нам не нужна. Сейчас посмотрим, может, что в питомнике есть. Ничего, да, получается. Раз, вот где-то нам бы росток бы найти, было бы круто. Кто там еще нам нужен? Морти в джинсовых шортах. Было бы неплохо. Рептилия Морти. Но рептилия Морти, мне кажется, он в раптора Морти превратится. То есть ловить тут еще дофига можно кого-то. Безглазый Морти, например, да? Стиляга Морти. Маринованный Морти. Так, кленовый сироп Морти. Мне почему-то кажется, что это будет потом чашка Морти. Огурчик Морти превратится в маринованного Морти, скорее всего. Как-то так. Ну что, друзья мои, давайте мы тогда с вами на этой ноте закончим сегодняшнюю серию и обязательно продолжим в следующей. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.